Сегодня мы сделаем обзор вытяжки кухонной Ventolux. И вот здесь у нас информация есть. Что здесь у нас? Инструкция. Крепление. Сама вытяжка. Вилка для розетки. Такая вот у нас вытяжка. Значит, эти фильтры у нас могут сниматься. И здесь видим мотор. Здесь также виден этот мотор с лопастями. Вот и все. Так, вытяжку мы установили. Сейчас покажу в работе ее. Включилась вытяжка. Значит, первая скорость сейчас работает. Здесь есть переключатель, можно выбрать вторую скорость. Также можно выключать лампочки. Мощность вытяжки 123 ватта. По поводу лампочек, хочу сказать, что они экономичные, так как они диодные. Мощность одной лампочки 1,5 ватта всего лишь. Вблизи они выглядят. Поэтому, в принципе, вытяжка хорошая.